Уважаемые, добрый день! Опять я хочу рассказать о работе с матками тихой смены. В этой семье я произвел такие работы. Это семья под номером 11 у меня. Значит, что я сделал? Я забрал матку, и тут уже были запечатанные маточники почти на выходе. Ну, свищевые. Но они мне не нужны, потому что я хочу поставить сюда матку тихой смены, которая у меня вывелась и уже начала класть яйца в нуклеусе. Что я сделал? Я открыл улик. На первом этаже за разделительной решеткой у меня стояли маточники. Матка еще там не вывелась. Что я делаю? Все маточники свищевые, запечатанные, не запечатанные, уничтожил. Проверил тщательно, уничтожил, все нормально. Пошел, взял матку тихой смены, принес и пустил на рамочку. Рамочку повесил специально на гвоздиках. Сейчас я покажу, куда вешается рамочка. Пожалуйста, посмотрите. Это одно из интересных действий, которое вам пригодится. Не ставится на пол вот так. А вот я забил два гвоздика на дощечку и повесил с пчелами, сотами и пустил маточку. Это очень удобно, когда вы рассматриваете это. У меня вот тут еще два гвоздика, еще два гвоздика. Подобная информация есть в каталогах пчеловодных. Плечики. Плечики эти сбоку вешаются вот так вот, и люди вешают. Ну, я взял копию с этих плечиков, гвоздики. Итак, пустил матку тихой смены на рамочку. Смотрю, пчелы ее обступили, лижут. Ни одна пчела сверху не залезла, не кусает. Смотрю, она пролезла по всей рамочке, с этой, с медом, с пчелами, очень густо. Взял ее и поставил первый этаж. Такая работа была произведена. Что дальше делаю? Пошел, еще одну матку взял. Она была не тихой смены, но хорошая матка, молодая, только-только оплодотворилась. Я ее пустил на второй этаж. Следующее действие я вам покажу и расскажу, что произошло с ними. Итак, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки.